Ну вот вообще, если нас затапливают там сценарии тараканы, то у нас внутри возникает ощущение, что что-то идет не так, с нами не так, с обстоятельствами не так, да, вот, значит, внутри есть какое-то тоже одновременно ощущение возникает, да, что может быть иначе, да, то есть может быть как-то легко, может быть кайфово, да, может получаться, то есть я могу действовать так, как мне нравится, вот. И, соответственно, правильно с точки зрения вот, ну, психотерапии, правильно двигаться в том направлении, я иду туда, где вот возникает это так. Я не ухожу от чего-то, то есть вот где мне там дискомфортно, потому что это непродуктивно. А правильно идти туда, да, где я достигаю того результата, который мне нужен. И уже там смотрим, да, а что не дает мне быть в этом месте, да, что не дает мне получить тот результат, который нужен, что вызывает стресс.